Всем привет, мы хотим добраться до Паттайи. Мы вчера купили билеты по 300 бат на человека. В общем, сервис уникален. Ты покупаешь на улице билеты, потом за тобой приходит на следующее утро парень, садится на мопед и говорит: «Следуй за мной», и уезжает вдаль на мопеде. И, короче, все толпой идут за ним, в итоге приходят на вот такую остановку и ждут своего минивэна в полном апофигиозе. Нас разбили на две кучки. Одни из тех, кто едет в Паттайю, а другие те, кто едет в какую-то Хуаэ, я не знаю, что. Вот этот синий мужик, да, это он всех нас тут построил. Да-да-да, мне кажется, сейчас будет стенка на стенку. Те, кто едет в Паттайя, и те, кто едет в другой город. И кто выиграет, тот, короче, забирает минивэн и на нем, собственно говоря, продолжает путешествие. Пока шанс у нас больше, тех, кто в Паттайю, больше. Это вот все в Паттайю. Мы проиграли бой за минивэн, даже не бившись. Помпей? Кто хочет Помпею? А, Ван Пэй? Помпей? Помпей уничтожен, он не знает об этом и до сих пор возит народ в Помпею. Паттайя. 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 Ребята, я не знаю, как мы забрались в этот автобус, тут очень тесно. Это, конечно, широкий угол, и непонятно, насколько тесно. Весь народ охреневает и фоткает, насколько тут круто. Лучший сервис на свете. Ничего, если будет работать этот вентилятор, то будет все нормально. Эта штука включилась, и она крутится. И несмотря на то, что она медленно крутится, она реально неплохо так раздувает воздух. Видимо, там внутри более что-то быстрое в лопасти. Нормальный лопасти. Это еще вентилятор, да, который распределяет воздух. Да, чтобы на всех. В общем, high technology в Таиланд. Мы остановились на заправке. Ребята вошли искать что-нибудь поесть. Мы шашли сосиси. Нашли сосиси. Куриный ролл. Леха решил взять спайси куриные шашлычки. Сейчас мы будем на нее смотреть. Давай, отдавай свои кровные 25 за очень спайси. Еще секунды отделяют нас от того момента, как Леха будет говорить. Это наш автобус, нет? Я тебе половину отдам мертво, мне нужна вода. Вода нужна, очень нужна. I've gotta get out of here before it's too late. There at my door, like the back of wolves. И как? Пи***ски. Сейчас я тоже попробую спайси. I've gotta get out of here. Реально спайси. Но я думал, что будет ужаснее, судя по тому, как Леха бегал. На самом деле нормально терпимо, мне кажется, харчо. Настоящий такой харчо, он более спайси, чем эти шашлычки. Леха уже мнет за обе щеки. Настоящий таец, ничего не боится. Я думаю, мы привыкнем. Мы приехали в Паттайю. Цель номер один — это найти отель, потому что мы ничего не бронировали. Соответственно, сейчас девчонок посадим в каком-нибудь кафе и пойдем искать отель. Может, какой-нибудь переулок, Лёх? А, Марус, Форент? 700 бат в день. Здесь дают комнату только для девочек. Клевые собаки. Вообще. Ну, мне кажется, у них какая-нибудь чесотка или что-то. Спасибо, Лех. В общем, все отлично, за исключением того, что не было Wi-Fi, поэтому мы идем искать
дальше. Надеемся, что нам повезет. Мы тут с Лехой уже, мне кажется, подумаем скоро, ну нахрен эти комнаты. Девушки проживут и в кафе. Тут столько соблазн, столько соблазн. Пойдем, может? В общем, мы сняли номер за 500, в итоге мы нашли несколько номеров за 700 с интернетом, но сняли за 500 без интернета, потому что решили не переплачивать и лучше потратить эти баты на массаж или что-нибудь такое. Тем более, что мы всего на один день, а интернет можно найти в любой кафешке. В общем, пока мы лежим и собираемся с силами, чтобы ночью пойти и смотреть Walking Street и Паттайю в свете огней. У нас есть даже какой-то вид из окна. Какой-никакой. Номер так себе, дешевенький, но все необходимое есть. Кондиционер, туалет, душ. В целом норм для бюджетного варианта. Облака над головой, да. И облака над головой, да. Мы наконец-то добрались до моря, до пляжа, совсем наконец, да. И, короче, мы не то чтобы в восторге от ночного Паттайи, но пока мы в охренительном состоянии, как это сказать? Ну, да. Ну, блин, родителям же так не скажешь. Мы в шоке, господа, от количества разврата, который окружает нас. На самом деле, туристов нет, и такое ощущение, что проституток, прости господи, больше чем туристов, да. Самый полезный персонаж – это пьяный русский, который продавал улыбка тур, короче, всякие путешествия в зоопарке и прочее. Он нам рассказал, где снять дешевое жилье за 6 тысяч. Короче, не говори. За 6 тысяч бат в месяц Honda в 15 минутах езды на тук-туке от пляжа. Он нам рассказал про то, что мы запикаем и вам говорить не можем, потому что это незаконно, не только в России, но и за рубежом. И вообще здесь смертная казнь за это. Но предлагают и говорят, как бы нам избавиться от этого самого. Ой, мы пропиарили улыбку тур, да. Вот он нас посмотрит в YouTube и скажет, ах. Ты собираешься это в YouTube выкладывать? Конечно, господа, вы звезды YouTube, вы что? Репорт как он сделал? Репорт? Типа, а спам? Из контент из чайлд-порнографии. Чайлд-порнографии? Даша хочет научиться танцевать стриптиз. Это единственный, скажем так, созидательный порыв, который возник у нашей группы за все посещение Паттайи. Как надо переходить улицу в Паттайе? Главный принцип, если страшно, значит стой, нет, неправильно. Если страшно, значит беги. Пора. Нормально вообще, Лёха. У нас набор тайского алкоголика. Мы купили текилу, внимание, за 50 бат. Лёш, покажи, пожалуйста, это произведение тайского искусства. Вот, это текила, она за 50 бат. Мне кажется, это местный портвичок. Ну да, это точно пьют все алкоголики здешние, и мы сейчас уподобимся. Потом мы купили очень-очень-очень острую клопшичку. И мы купили вареники. Тайские вареники с соевым соусом. Сейчас вот Юля пробует. Конечно. И как? До хера остро? Сейчас мы попробуем. Они даже с мясом, это найс. Мне как-то не остро. О, жесть. Пахнет так. Очень похоже на наши пельмени. Да, все ржали, когда мы брали текилу. Это вот она? Понюхай сначала. Сначала... Лёх, ты знаешь, где ближайший госпиталь? Господа, это торжественный момент. Лёха, оператор. Давай. А что сначала? Чуть-чуть. Сначала помолиться, мне кажется. Сначала помолиться. О-о-о.
Защитить страховку. Дай моему желудку просветление. На самом деле нормально. Нормально? Да, вообще нормально. Ты думаешь, что я этот третий глоток делаю? Берите 50 бат за веселый вечер. Мне кажется, так надо ее назвать. У-ху! Удаляем друзья.